признак нашей пресловутой мистики и особого пути, это тоже коррупция непобедима. Попробуйте побороться с коррупцией даже на территории собственного двора или собственного подъезда. Это, к сожалению, везде и всюду. Коррупция, она тотально разъела общество. Борьбой с коррупцией занимаются коррупционеры. Сегодня в открытую все растаскивают. Что с этим делать, абсолютно не понимаю. Людей надо наказывать. Вы понимаете, коррупция в России, она уничтожает изнутри и жрет наше государство. А я так не хочу жить. Ну, один украл миллиард, другой 3 миллиарда. Вы вдумайтесь, какие суммы. Рыба с головы гниет. Вот здесь это точно, потому что коррупция, она с самого верха и до самого низа пропитана. Наказание должно быть и повсеместно для всех чиновников. Я знаю, что с коррупцией все-таки можно бороться даже в России. Все должности, где может быть коррупционные схемы, один человек занимает 3 года, не больше. Пока что одна голова дракона борется с другой головой дракона. Как отец сказал один чиновник, но, как всегда, нет ясности по людям. С чем мы боремся? Сами с собой? Коррупцию мы с вами даем. Я бы за это реально наказывал, ну, и смертной казнью, и как в Китае. Потому что никто не хочет с этим бороться. Если мы каждого чиновника будем наказывать по всей строгости нашего закона, садить в тюрьму на 15-20 лет с конфискацией имущества, тогда у нас перестанут воровать.